Многодетных семей в Волгоградской области становится все больше. Сегодня их 22 тысячи. Тем временем с 1 января проиндексированы разные виды выплат для волгоградцев с детьми. Например, пособие на каждого ребенка теперь составляет 530 рублей в месяц вместо 302 рублей. А при рождении третьего и последующего каждый месяц выплачиваются 7268 рублей до тех пор, пока малышу не исполнится 3 года. Глава семьи Сергей Недобежкин будто бы в сказку попал. Варвара, Елизавета, Серафима и младшенькая Василиса. Ей нет еще и 2 месяцев. Королева этого девичьего царства – мама Татьяна. Мы живем весело, хотелось так всегда. Я вообще в семье одна. Моих родителей нет уже приличное время. Так как мне одна, я одна, мне хотелось, чтобы у моих детей было... Был кто-то. 10-летняя Варвара помогает управляться с младшими сестрами. А Сергей придумал кровать необычной конфигурации, чтобы помещались сразу 3 дочки. Компромиссы для многодетной семьи неизбежны, говорят родители. А вот излишняя строгость ни к чему. Каждый день девочек Недобежкиных и так расписан по минутам. Ну вот они в школе, после школы начинаются или дополнительные занятия, или танцы, или хореография. Всем прибиваемся домой, уроки делаем. День занят полностью. За победы в разных конкурсах у девочек уже охапка наград. Родители разве что контролируют, как сделаны уроки. Остальное получается как бы само собой, говорят они. Хотя бытовая сторона жизни сложнее, чем у средней семьи. Мне муж буквально на прошлой неделе сказал, ты замечаешь, мы, говорит, 3 литра молока и 4 батона каждый день съедаем. Я пока с маленькой сижу дома, уже не хожу в магазин, он сам, поэтому... Ну, потребляем мы уже гораздо больше, они взрослеют. А так, мне нравится, я люблю. Может быть, кому-то это сложно. Недобежкины уже оформили документы, чтобы каждый месяц получать выплату для третьего и последующего ребенка. Это 7268 рублей. Также им полагается субсидия на оплату коммунальных услуг примерно в 1000 рублей. Кроме того, многодетным волгоградцам выплачивается ежегодная помощь к школе на каждого ребенка 1109 рублей. В общей сложности может набежать ощутимая сумма. Казалось бы, небольшие размеры выплат, но в совокупности, например, многодетная семья с 3 детками будет получать порядка 13,5-14 тысяч в месяц. Всего в Волгоградской области действует больше 20 мер поддержки для семей с детьми. Все они с начала года проиндексированы, в среднем на 5%. Родители, у которых больше 2 детей, в Волгоградской области становится все больше. Сегодня многодетных семей в регионе 22 тысячи. Это почти в 2 раза больше, чем несколько лет назад. Анжелика Антипина, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтубах».